Рейтинг самых высокомерных знаков зодиака. Они такие. Умные люди и хорошие профессионалы часто имеют большой недостаток – высокомерие. Одним удается это скрывать, а другие, наоборот, выставляют на показ. И вот рейтинг самых высокомерных знаков зодиака. Близнецы. По своей природе близнецами движет любопытство. Они в основном сосредоточены на поиске знаний. И если их что-то спросить, они прочитают вам длинную и занудную лекцию об этом всем. Овен. Ну кто как не овны? Они знают все, причем лучше всех, по их собственному мнению. Их занудство просто неимоверное. Их внутренний ботаник просто не может умолкнуть ни на минуту. Весы. Весы будут ставить под сомнение любое ваше слово и убеждать в обратном, хотя они умеют тщательно маскироваться и делать все стильно. Их с первого взгляда не раскусить. Рак. Это тот тип ботаников, которые приложат все усилия, чтобы доказать свою любовь к знаниям особым способом. У них все тщательно продумано с самого детства. Они даже одежду подбирают так четко, как никто в мире. Водолей. Водолею похожи на чат-ботов. Они будут изучать вас, а затем вы увидите идеального друга или компаньона, которого вы когда-либо встречали. Их универсальный подход помогает творить чудеса. Стрелец. Стрельцы слишком серьезно относятся к их интересам. Они будут стоять в очереди ночью в ураган, чтобы первым получить что-то для коллекционирования. А вы замечали такое за этими знаками? Сегодняшний выпуск подошел к концу, но завтра мы непременно встретимся снова. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые и самые редкие гороскопы по знаку зодиака. Вы были на канале «Гороскопы».